Здорово, господа, с вами Пронагибатор Нео Папа, и сейчас будет мегагосовский просовский гайд по игре Dota 2, гайд на Разора. Видите, что я ему, ой, купил. Так, для запугивания разок все-таки. Ну, я уже знаю, что ему мана не хватает, поэтому мы, чувачки, мы ему сразу будем брать два нум-талисмана. Два нум-талисмана. Давайте коцаем эту. Во, три раза. Батагом ей дали. Так, давайте еще разок. Так, 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 так. Боня, кормись. Да, 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 Разора, ты накоцаешь. Да, ой, ты замедлил. Как давали добивать? Ну, сука, ну сейчас все добьет. Замедление давайте. Ой, надо воровать. Конечно, надо у них воровать. Так, ну о чем мы? Давайте отключим, как говорится, отключим. Вот. Чтоб сильно им. Чтоб сильно не радовались. Нифига, конечно, как всегда, нифига не получается добивать. Как всегда, ничего не добивается. Так, курса хоть разок качнет. Видели, ее чуть замедлили. Это третья, но если на меня кто-то нападает, она должна его. Замедлять должно, вот, добил. Наконец-то Денайса. Так. Не, ну мы пытаемся в первую очередь фармить, потому что героя фармим. Ладно, пусть живет. Ой, да ты, сука, ну вот этот, сука, на нее срабатывает. 4% дополнительной скорости мне, наверное, дает. Да, его замедляет. Так, сейчас сапог первым делом берем. И потом два вот этих нум-талисмана. На глазах у всей деревни, Сима. Что мы будем делать? Да-да-да, ты коцай, стреляй хоть. Какая-то она нубская, это... Не видишь, что ли, что у меня тут? Наверное, не видишь, что... О! Сапог. Что у меня веточек полно. Так. Два-два-два, ну... Давай, добивай ты нашего. А я вас тут подержу подальше от крипов. Редисок. Ой, добить надо. Да, добили. Пытаемся фармить. Так, сейчас давай к тебе крипов подождать, хорошо бы. Чтоб они, да, чтоб они подошли. И... Пытаемся каждой тычку. Ой, фигово идет. Ой, блин, плохо я качнул, пипец. Надо было эту качать раз. Да, она хоть по чуть-чуть, но и то подбирала. Видите, раз, хоть сколько там, 7 по 7 бы отбирала. Каждую секунду, 7, меньше. Ну, это просто жопа, да. Ну, первую это обязательно надо качать. То, если мы и так знаем, что первую надо обязательно качать. Фарм идет фиговый. Можно сказать, никакой фарминг. Да, сука, вот. Да, ой, да ты добил. Сука, вы видели, он добил. И я добил. Гнеденыш. Так, стоим, ждем. Мне фармить надо, я, наверное,
своих не буду добивать, потому что я, видите, своих, наверное, больше добил. 6 своих, по-моему, добил. Да, и 2 чужих. Поэтому я... Урса, сука, не дают мне фармить. И ей дело в том, что надо, ну и мне надо. На лучше фармить, похоже. Так, ждем. Да сука, ты 2 уже добила. Пошла на нахер. Так, чужих, чужих. В первую очередь чужих пытаемся фармить. Давайте просто так вот душить. Фарм не простой, а такой душащий фарм. Да, или давайте. Так, сука ты. Есть крип, так. Ждем. Ждем, конечно же. Они, походу, знали, что я здесь. Вой-вой-вой. Бойня, слышишь меня вообще, нет? Сука, ну еще, блин. Боня, короче, слышишь, еще раз подходит Абаддон, так сразу же я тумбу ставлю, ебаем его. Так, никаких веток, так. Блять, они скоро закончатся. Раз. Забеги, блядь. Сука, ну фармить надо авангард. Я 4 соберу. Понятно, у них, значит, здесь еще и эти стоят. 4, ну, талисмана. Соберу. ПТ-шку, а потом, потом колечко. Сучар Атракса, да, давайте пытаться фармить. Так, за чужими не смотрим, ой, за своими не смотрим крипами. Нам за ними смотреть и нафиг не надо. Качаем только, ребятки, чтобы хорошо нафармить, нужно в первую очередь чужих контролить. Ну, видите, я фигово контролю, ну. Пытаемся, пытаемся, что нам еще делать. Что, сука, нам не дает нифига сделать. Отойдем, конечно же. Чего там Урса ждет? Давайте потихоньку. 135-150. Сейчас мне что ж не хватало, чтобы меня сейчас они слили, да? Я просто постою, тут опыт пополучаю, что там есть в лесу. Здесь вот неплохо, все равно дают опыт. Они, наверное, меня не видят, а может и видят. Дам молоток. Мы можем увидеть. Так, давайте заберем, что есть. Вот, хорошо получили. Так, тогда добьем. Мы сейчас, я, чувачки, думаю, наверное, все-таки инвиз бы собрать. Обычно разбор с инвизом, он включаешь инвиз и ульту, и ульте бежишь. Так, не будем качать ульту. А, куда они делись? Смотрите, смотрите, ждет. Ну что ты меня ждешь? Да падла, ну сука, я бы его слил бы, наверное, если бы 2 раза тычку дал. Ну да ладно. Да ладно. Все, раз уж усли, не так. Ну то понятно, куда он пошел. Мне трудно догадаться, куда он пошел. Чувачки, тут вортов нету. Он может с инвизом быть, он может... Он с чем угодно может быть. Так, давайте еще одну. Нам нужно МП. Так, продадим нафиг эту штуку. Продадим нафиг. Понимаю.
Я их 3 штуки соберу, чтобы в МП было постоянно у меня. Или давайте 2, 3 я, наверное, не буду. 3 много. 3 у меня. Ой, блин, ну сука, опять ульту не качнул, пипец. Тогда я специально не качнул, сейчас вообще зря я ульту не качнул. Давайте, конечно. Видели урса какой? Здесь это урса его забрал. Вот идет фарм. Где они фармят этот разор, там вся херня. Я не знаю. Так, добивать не будем, сейчас он, сучка. Сам добьет и не даст мне. Давайте включим. Вот, смотрите, там уже кто-то с воды, кто-то. Ну я же, видите, я говорю, что он уже выбегает. Сука, ну вот это вот вам, видите, нет ульты, что значит. Была бы ульта, я бы их бы слил бы. Я бы двоих бы их слил бы. Так, это будет ПТ. Сейчас будет ПТ, потом кольцо. Продаем вот эту ветку и покупаем ПТ. Я даже не буду продавать, мне так хватит. 950, опа. Ну что, пойдемте, наверное, ой, это фармить пойдемте. Мы керри, нам нужен. Да, хер тебе. Вот видели, герой уже бежал. Я уже сразу видел, что там кто-то уже с леса будет выходить. Потому что не зря он на меня выбегал. Обычно его нет, а то тут он взял, появился, за крипов пошел. Так, идем вместе уже, пофиг, уже 8 уровень. Какой там нафиг фарм? Уходим уже с линии, пусть там кто-то другой фармит. Мне оно уже нахер не надо, этот фарм. Ага. FCE. Ну и чё я тут делаю? Конечно, этим не надо, урсы и все, и наши шушер, им бежать сюда, ясен пень, что не надо. Давайте отойдем подальше. Мы как-никак керри. Нам оно нафиг не надо тут туда не летать. Че, гоу все вместе, давайте я бегу. Давайте гоу, кайки. Да, конечно, сейчас мы пойдем, от урса нету. Я пойду танчить. О, это ж Абадон, сучка, это Абадон. Ну и где вы остальные все? На остальных нету. Вот я еще не помню, у Резора раньше ульта, я не помню, что было. Первое, помню, это ускорение было, он бил там на 80% быстрее. Над ним еще такая тучка появлялась. Третья так и была скорость. Только она регенила. Третий скилл. Это самый такой давний герой доты. Так что... Что там вторая? А, вторая молния была, как у Зевса. Только она 300 доносила, всем 300 дамага. Да, конечно же, вот, видите, мы за счет первого скилла расфармиваться должны. Да. А что ты еще хотел? Вышку вам, что ли? Ну, сливай его, что ты? Чему-то
Так. Ну тут надо линку собирать, ребятки. Тут надо... Дум это... Смотрите, что у него. Инвиз. Так, а мы такого не потерпим. Блядь, давайте убрать и станет. Продать нахер. Именно, нам нафиг не надо. Так, мы такого не потерпим. С инвизом тут шушера будет бегать, да? Крепаешь. Не, ну нафиг мне нужно, чтобы шушера бегала тут в инвизе. Так, 200. Блядь, там продать. Ох. Ладно, сейчас. Алло. Да. Да, подожди, у меня сейчас Никол, давай позже, сейчас, короче, играю, давай позже. Да, да, получил. Так, берем колечко. Так я могу худ собрать, я же говорю, это ульт. Ульт Дума, это он будет на меня его кидать. Чувачки, давайте худ собирать. Не вот этот, не вангард, а худ. Пусть кидает. Нам как-то, да, по барабану, что он будет кидать. Я полностью не буду, я тот, как же пайп собирал, соберу один хут и все. Давайте расфармливаться, да. Против критовщицы у нас есть второй скилл. Против дамагера керри снайпер. Ой-ой-ой, видели, кто там был? Ой-ой-ой. Сука, он быстро бегает, гад, быстро бегает. У него и сосали мы. Снайпер, наверное, зря собрал. Вот и Дум тоже, смотрите, какой шустрый. Ой, да ну. Да ну, ушел толку, что они сейчас ее сольют. Они меня так слили без всего. Так. Ну, так как у них промахи, ребятки, как у них промахи, мы будем собирать сразу же. Без всяких там... Пойдем фармить. Без всяких там будем сразу МКБ собирать против вот этого вот кренделя. МКБ. МКБ, потом инвиз. Потом инвиз. Хотя инвиз я не буду, нафиг он нужен. Фондайн, да, Аркан? Давайте. Фондайн! Давайте фармим. Чё? Ману. Ну, где крипы? Спасибо. Где крипы? А вот, крипы. Фармим. Они там все, видите, ребятки. Они там все, ну пусть все там крутятся. А мне и тут неплохо. Дамага вообще нету, ноль. Не, давайте свалим, потому что... Что-то там у них затишье. Тихо.
В лесу пофармим, чё мы. Она с ребенком спит, я один. То там, опа, давайте, на. Я не зря ж на ману собирал. Так, 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 так. Ну, теперь давайте авангард уже. Мы, Doom уже нам не страшен. Все-таки вышку мы снесли, видели. Они, конечно, решили один там, типа, сейчас пойдем, меня одного типа сольем. А, дуду вам. Фармим дальше. Вот. Все тут хорошо. Так, пусть появятся крендели мелкие. О, дождались. Давайте его добьем. Так, 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 куры нету, да? Че, Сашу-Яшу, наверное, собираем. Пытаемся собрать Сашу-Яшу. Ой, не, ну я же говорил, чего мы будем собирать. БКБ. Помогаем, помогаем, Урсе. Урсе, Урсе, надо помочь. Ой, блин, мы его, может, не успеем добить, надо добить. О, хорошо. Реген Урси. Так, 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 2400 копим на МКБ. Да ты сука, а? Чё ты творишь? Давайте атраксу первый нахер, во. Ой, блин, ну куда я нажал? Эфка, 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 эфка. Сука, не попала, давайте его нахер. Ну пиздец, блядь. 100 хп, блядь, у Мартры, я ебал. Она на боте, блядь, где-то. Ой-ой-ой, да по мне, смотри. Постарайтесь там найти, если что, Мартру, блядь. На низу. 100 хп, блядь, у этой мудилы. Да мы же ее навряд ли найдем. Так, 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 так. Смотрите, как мы регеним. Давайте, давайте, 2400. Ой, кого это, Боника слили или чё? Кто это плакал? А, не, не Боника. Я просто думал, может, у нас гемы уже нету. Блин, мне долго еще фармить надо. Инвиз можно ему собрать, но... Ну тут, я не... тут же видите сейчас какая игра. Какие там инвизы, какие там ММКБ не соберешь, все, Марта будет нагибать. Вот это еще может баттерфляй собрать. Блять, просветы, Клинк, сбежи. Нет, там инвизников тут. Вражеских инвизников. Так, 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 погнали с деда. Ой, блин, ну тут опасно бежать. Давайте, не, давайте повернем, потому что сейчас мы за компанию с снайпером нас сольют.
не могут там в инвизе бежать, все дела. Вот у нас можно уже авангард, в принципе, собрать. Да ну его нафиг. Давайте, на-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 
Если морта есть и вы керри, то лучше собрать фихи, его знает. Она может быстро раскачаться, и вы дулича успеете потом уже собрать. МКБ вы уже потом не успеете собрать, там промахи страшные будут. Сейчас сразу лучше не морочить голову, а сразу МКБ собрать, чтобы морта вам уже не страшна была так. Где оно есть? Даже рекомендованных нет, мы вон видим. Молчанка. Посмотрим, что у меня тут. А у этого крест, а у этого крест. Давай, ой, снесли мы быстро. А у этого крест. Да, даже за пару секунд нам тарает это скилл, он насасывает хорошо. Сносим сейчас. Ой, да мы вообще сейчас, Павлюх, налегке вообще сносим. Ой, блин! Еще меня не хватало, чтобы послили. Ладно, у него уже ульты нету, это хорошо. Что он творит? Ну тут пора, наверное, убегать. Да, пойдем на топ. Пойдем на топ. Нельзя давать раскачиваться. Тракса, блин. Марта. Ой. Да, пипец. Блин, ну я как, они ж... Я примерно думал, что они сейчас так выйдут. Я примерно уже думал, хотел убегать, и блин, тут как тут. Ладно. Вот эти быстро сразу, только видят героя, сразу идут сливать. Я Абадон, ничего пока нету. Абадон, ничего нету, ну чего у этого мартой марта, вы видите, она уже опаснейшая марта. Уже смотрите, марта уже качнулась. Да, с этим Battlefury она может нарезать очень хорошо. Если она сейчас сразу сатаник будет собирать, будет нормально. А так смысла нету, я еще раз говорю, этот 15 дает. Лучше собрать уже для марты. Это, наверное, лучше Владимир собрать любому ближнему. Если сразу вы не будете собирать сатаник. Штука тут 5 броней. Владимир больше отжора дает, 15 подачи. Ну, короче, Владимир лучше, я думаю. Плюс всем союзникам, 3 союзника. Разор, ты вообще что делаешь? Меня такой вопрос интересует с самого начала игры. А что собирать? Я тебя просто ни в одном мясе не видел. Как? Я на топе был. Я ж про тебя забывать начал. Нахуй ты эту хуйню собираешь, которая у тебя в инвентаре? Ребята, там бог. Все, ты бог. Чтоб по марте промахов не было. Ну, что,
Окей, она сейчас разберет нас. Ждем, пока Урсова. Давно уже нету. Кого нету? Убрали эту хуйню, уже фиксанули. Уже теперь МКБ все равно дает промахи. А что, если и так? Да, я не знал. Чё-чё? Да я не знал. Ну, меньше ж промахов, да? А урона-то больше зато. И мини-баша. Давайте посмотрим, что тут у меня. Так, где она есть? Сейчас вот посмотрим. Да вон написано, что не убрали, еще есть. Да, блядь, кто куру, блядь, переагрил? Я, потому что, блядь, ты, блядь, хуйней страдаешь, а мне надо, нахуй, срочно пайп. Потому что надо идти ломать, или нас мартра всех сломает. Сейчас я МКБ принесу. Согласен. Сейчас мне пайп принесет. Я куру переагрил. Сейчас мои возьмет, о, все, можешь брать. Так сейчас сразу возьму. Вот филово сейчас. Ой, смотрите, они топ снесут нам. Да дулю вам, дулю вам. Трон ломаем и все нахуй. Ну бежим, бежим. Раз они так решили, давайте сломаем все нахуй. Давай, кура, где ты? Так, БКБ, БКБ. На, получи, найденыш. Думаешь, так все просто туда? Все нафиг взломаем. Ой-ой-ой. Табу поставь. Давайте, наверное, валить отсюда. Ну, то сейчас и меня сольет. Так, что дальше? Дальше? Ну, я не знаю. Отдача от морты хорошо, ребятки. Это от морты, это... Вот эта вот штука, она всегда спасет. Так, что... Пусть только кританет, и наши ваши шипы, она сразу будет... Половину всех хп снесет. Чё, мид дефим или чё? Да, дефим. Боня, квадрика. Нарошу, забеги, Боня.
Мы им, короче, гем оставили. Да дума нафиг валим. Пипец. Блять, дум ебучий. Со своим старом. Ой, да еще им, блин, Реген оставили. Надо было забрать Реген. Ой, смотрите, что Бон сейчас будет делать. Бон, убегай сразу! Нам гем надо! У нас и выкупиться нету. Я сразу куплю, потому что нету выкупиться. Да. Так, ребятки, продать, взять. Вот этой штучкой можно уже врываться и стоять до последнего. Там за месяц вот эта наша вторая, она нечина решает. Надо как-то их слить. Сейчас под пайпом выбежим на них и все. Боня, так слышишь, иди их ломай, короче, по низу пройди. А мы им пизды дадим пока. А они могут гем забрать с базы, он на базе у них лежит. Ну да, тоже верно. А что ты жадность? Давайте стойте здесь-то. Или просветы. Сейчас дефин, мы пойдем пизды давай. Надо пятером где-то им навалять кому-то. Да мне главное сзади всех стоять и все. У меня он сейчас Мьёльнир будет. Через 500 монет. Ты это Траксе скажи, которая все время выцепляет или тебя, или Боню. Не, меня Дум в этот раз за этот замес, через замесил. Он просто в Эльвис ушел и все. Кричи, блядь, не трогай, сука. Может пожалеет. Ну они все по медлу придут, блядь. Под вышкой! Ну какая из меня старшая сестра? Вы даже не представляете, сколько мне исполнилось лет! А вот это мне совершенно не интересно. Это не имеет абсолютно... Да мы только что вот против этих же, этой же Тимы играли. Они чисто Тима играют, все полные. В смысле? А сколько они их в Тиме? Они там сосали в сухую. А сколько их в Тиме? Пять человек. А, так они в пятером играют? Да, я ж сказал, всей Тимой. Лол. Так ой, у Разлора скорость слабая. Вот у них Дум, да во второй раз Думом играет. Просто, допустим, Леонид Агутин и Филипп Киркоров, я пойму, что вместе играют. Так, они все... все о, они на Рохе, наверное. Пойдемте, пойдемте на Роху. А Крошу забрали только что. А. У них уже Ебе у кого-то. И Гем. У меня Мьёльнир. Гоу, все, и пехотой на мид. Сейчас кто-то пойдет дефить вниз из них, а мы их сольем на миду. У Дума Гем, у Дума Гем, у Дума Гем. У Дума Алибарда, вот это жопа. И не только у Дума, у Абадона тоже Алибарда. Блять, ну такой лоу хп, пиздец. О, пойдемте по меду, наверное. Хп, а, для нее. Я дефить, пацаны. Бля, ребят, надо отдефать. Да и а там чё флипует, блин, дефит? Ну я фигово отбиваю, вы видите. У Дума гем не забываешь.
Блять, что-то я чувствую, нужно по топу идти. Потому что. Да-да-да, пойдемте по топу, то что. Они ж нам спушили, теперь, блядь, мега крипы тут. А ты не дура? Гоу по топу все. Им хуже, у нас. А, так если мы снесем их все. У нас две стороны, у них одна всего. Да зачем ты тамбу поставил? Блять, ну у них гем, конечно, есть, это печаль. Да гоу быстрее топ пронесем. Они что, даже не собираются дефать и на нас идти? Ну там их как минимум двое пока. Сентрики возле трона стоят, если что. Блин, ну я тут не знаю. Да, в трон, давайте, гоу. Несем сейчас все. Ухом. Ну давай, кто быстрее? Еба, как? А у нас что, глифа не было? Пипец. Ну ладно, чуваки, тут. Ну короче, тут. Хоть даже мы выиграли. Толк. О, 46 уровень. Все, короче. Считайте, что мы наравне тут играли. А у нас глиф был или нет? Пока.